Ну, в общем, я не хочу ходить. Мама, я не буду ходить на этот дурацкий хоккей. Мне все надоело. Я ничего не успеваю, не высыпаюсь, не вижусь с друзьями. Да я даже в компьютер не могу поиграть. Ой, все. Занимаешься хоккеем? Да. Но уже нет. Я тоже хочу начать. Почему ты решил бросить? Я видел тебя в четверг на льду, ты забил 3 шайбы. Ты понимаешь, всех дел не переделать. Отдыхать тоже надо. Я вот все успеваю. Я занимаюсь футболом, снимаю кино, веду свой влог в интернете. В свободное время пишу стихи. Вот узнал, что набирается команда, решил попробовать. Ты даже не представляешь, какая у меня тяжелая жизнь. Петров, есть? Есть. За мной. Ну все, пока, мне пора. Удачи. Нет ничего невозможного. Можно учиться хорошо, спортом заниматься и с друзьями гулять. Все в твоих руках. Алло, мам. Ну, я передумала.